Восток Капитал, как правило, организует всегда мероприятия очень качественно, очень организованно. Мне, безусловно, нравится, что проводится это мероприятие регулярно. Это уже 7-й конгресс. Наша компания регулярно принимает участие в гидроконгрессе, который организует «Восток Капитал». Мы постоянно видим прогресс и в докладах, и в участниках. И благодаря этому мероприятию смотрим, как меняется и развивается вообще рынок гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии в этом регионе. Уровень участников, который формируется на данном мероприятии, он традиционно высокий, как и требования, собственно, организаторов к участникам мероприятий, что, собственно говоря, является хорошим фактором для того, чтобы можно было здесь встретиться с лицами, принимающими решения, интересными организациями, которые реально участвуют и работают в этом рынке.